конце концов, мы и так устали от повседневных уроков. Жизнь и так ведь немало их преподнесет, нам не отвертеться от сплошных поворотов. Так внезапно, совсем ненароком, тебя может ударить мощным зарядом тока. Нет ничего важнее, чем быть не одиноким, и это то чувство, что мы называем любовь. Да, мы мечтаем быть просто свободными, каждый вкладывает в это слово свой смысл. Каждый вправе выбирать и делать что ему угодно, но без этого чувства жить нам немыслимо. Поэтому мы наслаждаемся, устремляясь с ветром. Душа теплыми чувствами наполняется, излучает свет, подобно ветру уносимся куда-то вдаль. Испытывая эту радость, обходит стороной печаль. Так и проходим все эти километры спустя много лет. Это то, что оставляет след, то, что всегда нам будет так близко. Это дарить свои чувства и быть с другими искренними. Просто хотим друг.